расширяем зону поиска. Поднимайте коптер. Не стоим, ищем. Никаких следов. Семирічну Марію Борисову вже третій день розшукують у Херсонській області. Дівчинка зникла в селі Щасливе з власного подвір'я. Це сталося в неділю ввечері. Дівчинка зникла, коли пішла гуляти з 10-річним братом. Куди ділася сестра, пояснити малий не може. Дитину шукають всім селом. Разом із поліцією долучилися вже й волонтери з інших регіонів України. По месту это все смотреть, разговаривать, общаться, чтобы понимать, где, откуда, что начинается. Пока ехали, непосредственно скачали приложение, которое отслеживает полностью наши треки в онлайн-режиме, где мы едем, с какой скоростью, и полностью записывает полностью наш маршрут. Должна быть карта расчерчена. Допустим, первый отряд ушел в одну сторону, в один квадрат, второй во второй квадрат, третий в третий. Собака потеряла след на остановке, правильно? Нет, говорят, не доходя остановки. А я что-то думаю, что надо побольше километров брать. Если человек здесь потерялся, то единственное, что мы могли его забрать, это такое мое предположение. Ну и далеко увезти тоже не могли. Много версий идет. То есть кто-то видел, что ей кто-то дал какой-то лак для рук, и женщина ее увела. Кто-то ей цветок подарил. Кто-то говорит, что она пошла к папе на остановку. Брат видел ее последний, когда они жарили картошку. Смотрите, какая ситуация. Ребенок пропал 7-го, получается. А здесь были полицейские кинологи с Херсона. Все были полицейские кинологи с Херсона. Они здесь были, получается, в 3 часа ночи. Ну, они не справились. Ребенок растворился, ее найти не могут. Папа с мамой в разводе. А где папа? На соседней улице. В этом селе, да, только рядышком. А вы не знаете, дома скандалов не было, не ругались они там с мамой, с папой? Ну, кто-то говорит, что семья неблагополучная. Вот здесь вот прочесано было по несколько раз. С собаками вот это вот все перекрыто, вот где-то вот этот вот радиус. Сюда шли группы, вот сюда уж ходили пешие группы, проверяли. Сюда и сюда были посланы пешие группы. Сюда, здесь проверяли, вот тут вот, в две стороны канала, тут мы проверяли совместно с кинологами Антарасти тоже. Вот эту вот местность, вот тут и тут закрывали беспилотники. Зацепок, никаких следов, вещей, ничего не обнаружено, к сожалению. И бабушка связи нет, да, которая живет? Бабушка... Бабушку проверили, всех проверили. Ну, мы ж не знаем, что могло стрельнуть в голову 7-летнему ребенку, куда она могла двинуться. 17:30 ее вот, в последнее время ее видели на остановке. Это вот конечная точка. И конечное время. А который... брат что говорит? Вот от него, когда она ушла? Что она сказала, когда она уходила? То есть она постоянно находилась с братом? Она сказала, что пойдет встречать посылку от папы. Люди видели ее, что она пошла на остановку. И на этом все. Основной упор делать на линейные ориентиры, конечно. То есть это дороги, посадки и так далее. Что, выезжаем и на место делимся, а там все? Нет, я думаю, лучше здесь поделиться и надо отправляться. Если люди не сработаны между собой, ну это не очень эффективно. Нет, так мы правильно, мы своими. Вы своими, да. То есть лучшие люди Одессы со своими. 433 общая волна. Школу она сама приходила? Не, мы с братом. Мы с братом и мама приводила. И мама, потому что первый класс приводят родители и забирают родителей. Мама приводила. Вчера приехала Милена Рупа, то с полиции ходили, искали, то сами от себя ходим, ищем. Вот вчера мы поискали до 12 по селу, потом поехали вот туда по посадкам мы проискали. Вот с девушкой Женей. Какая информация сейчас известна? Что это? Ничего. Ну вообще ничего. Вы
Вот как пропала ваша дочь? Знаете, как... Я конкретно не знаю, потому что я был на тот день на работе. Никогда я ей не говорил, что она меня... Она меня всегда ждала возле дома. Понимаете? Дальше моего дома она никуда не уходила. Люди, вот соседи, все знают. Она, если куда-то, если я на работе, она будет, они обои стоят и ждут. Понимаете? Люди, может, кто-то видел, помогите, пожалуйста. Люди все друг друга знают. Все знают. Село маленькое. Мы знаем, все знают, чьи это детки, какие они. Больше всего это просто тут не стычка времени, и они врут. Кинулись во сколько? 5:30, что ребенка нету дома. А там неизвестно. А может, она еще в час, а может, она еще в 10:00. Дети, вот, которые гуляли, по-моему, говорят, что 12:00 она была с ними последний раз. Получается, как с семьей, я ехала с рынка, и дети гуляли. Скажите, мне, как обычные мужчины у вас живут вообще? Ну, мы прошли по 2-3 раза. Мы проходили вплоть до того, что мы заходили в квартиру и в туалетах искали. А брат, что я говорю, сколько? Вот где-то в обед. Брата там запутали. Брат был вместе с ней, я так понимаю, последний. Но они там гуляли, да. Я точно не знаю, потому что мальчика потом уже так запутали. Он уже такое начал говорить. Уже там услышал, там не услышал. Может, вот знаете, начал уже и выдумывать, и все, что хотите. И джип уже увез Машу. И... О, фонарик у меня есть, говорю. У меня тоже. На телефоне. Что там? Что-то видно? Ничего пока. Обвал не мог быть? Здесь? Да. Нет. Мяса в земле нет? Сверху только. Здесь, видимо, кто-то вчера лазил. Вы понимаете как? Я не буду наговаривать, но я скажу правду. Потому что зачем брехать? Вот как я своего нового тут выйду и смотрю, потому что я смотрю вот за ним. Ну, эти дети, они так, пошли до папы, вот туда, в той дом. Пошли, они гуляли, где хотели. Они всегда с братом вместе, всегда. Вот все время, я не знаю, как это они в эту минуту были отдельно. Как дети жарят картошку? О, не, я в этот день не видела. А вы скажите, вообще в целом, ну, видели, как дети жарили картошку, как там бегали? Ну, мы же далеко видны. А Машу вы видели? Если честно, если я сдалека, то их там, где твари много бегали, то я не могу сказать, что она 100% там была. Машу видели? Да не. Маму Маши знаете? Да никого я не знаю. Маму Маши не знаете? Да не знаю, да не знаю никого. И папу не знает. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, мы с Одессы приехали помогать девочку вашу искать. Ну, с вами поговорить немножко. Скажите, пожалуйста, вы знаете время, какое она ушла хотя бы примерно? Я ее видела в 5:00 вечера. Просто предполагаю, что с остановки ее похитили, потому что собака, когда приезжали первой, а никто не взял след, собака взялась от того места, где она играла, и до самой остановки. Там же нет папа. Нам надо сесть и просто взять какой-то листик, клюшку, бумажку. Расчертить, да. Чуть-чуть, да, чуть-чуть. А ну, ваша версия, что могло случиться? Знаете, что меня поразило? Я в окно выглянула, и вот как-то даже в душе так подумала. Семья очень скромного достатка. А на девочке такой шикарный воротник был серый. Представьте, черное пальто и воротник в виде шали. Серое такое, натуральный мех был. У ребенка был натуральный мех на пальто.
понимаете, и настолько шикарный, богатый, вот шаль вот так, вот знаете, серый, ну богатый был, по-моему, то ли писец был какой-то, то ли это, черное пальто и такой воротник. Я еще и подумала, блин, думаю, где же Ольга выцепила такое пальто шикарное. Девочка была очень ласковая, доверчивая, но она могла к любому сесть в машину, в транспорт. Девочка, я говорю, очень привлекательна была в этом шикарнейшем пальто. Очень пальто шикарное было на девочке за счет воротника. Я думаю, что остановиться кому-нибудь на машине и сказать, что гуляешь, папу выглядываю. Ну, поехали, допустим, это. У нас в селе, ребята, у нас в селе нету злобных людей, которые могли бы поднять руку на ребенка. Я вам говорю, я живу здесь уже 28 лет. У нас нету таких ненавистных людей. Прирівняли мікрооб'єкти і ДНК, які були виявлені на речових доказах, виявлених під час огляду місця події трупу. Як вже було сказано, це труп був упакований мішок полімерний, замотаний мотузкою та поясом. Саме на цих речах були встановлені ДНК не встановленої особи чоловічої статі. Thank you.